«Стройбетон» производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская слободка, 42. Областной банк донорской крови сегодня пополнялся за счет нашего города. Выездная бригада областной станции переливания крови сегодня работала в Клинском отделении. Это уже четвертая встреча за этот год. О результатах общегородского дня донора расскажет Анна Назарова. Юрий Степанов сдает кровь впервые. К этому шагу его подтолкнули печальные обстоятельства. Родной дедушка готовится к операции. С язвой желудка медлить нельзя. Нужна кровь и лимфа. Внук без раздумий предложил свою помощь. Надо помогать друг другу. Везде должно быть добро. Если ты даешь добро, значит и тебе вернется добро. В общем, надо везде помогать друг другу. Одно дело сдать кровь для близкого родственника, совсем другое – по велению души и сердца. Поделиться кровью и спасти незнакомых людей. Именно эта идея и лежит в основе донорского движения. Банк крови обязан пополняться. Именно отсюда стратегический запас, спасающий жизни, распределяется по областным медучреждениям. Процесс заготовки крови непредсказуем. Он зависит от того, с какой группой пришли доноры. И совершенно не зависит от того, с какой группой крови поступает больной. А больной может поступать с какой-нибудь другой группой крови. Поэтому периодически отмечается дефицит крови. И поскольку одной ее может быть больше, чем нужно, а других групп крови не хватает. Четвертое отрицательное. Считается, что эта группа крови самая редкая. Но медики отмечают, самая редкая – та группа, которой не хватает в данный момент. Сегодня области не хватает второй группы крови. У Вячеслава Ивановича Щербакова именно такая. Он почетный донор с 30-летним стажем. Донор, он дарит жизнь кому-то. Там, при аварии, там чего-то крови не хватает. Ее же не найдешь. Заменители только вот натурально должны крови быть. Выездная станция приняла сегодня более 30 человек. Областной банк крови пополнился еще на 14 литров крови. Новичков и тех, кто не смог сдать кровь сегодня, местное отделение переливания крови ждет каждый вторник и четверг с 8:30 до 11 часов. А выездная бригада областной станции будет работать в Клинском районе теперь уже 24 октября. Анна Назарова, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.